Всем здорово, вы на канале Дюбы по полочкам. Привет всем, Вирекс. Здорово. О, здорово. И в этом видео мы с Вирексом, почему-то без Рейкви снова, показываем Дюб на версии 1.7.10 с модом Таумкрафт. Без аддонов, без всяких левых штук, только в моде Таумкрафт. На экране креативный комментарий. Let's go. Нам нужно всего три предмета. Это ходячий сундук, это колокольчик голема и это улучшение порядок. У нас уже был на канале дюб с сундуком, но там был немного другой дюб с немного другим улучшением. Когда мы использовали два сундука, и они оба подбирали один предмет. Сейчас абсолютно другая механика. Но на самом деле очень похожая. Нам нужен один сундук. Мы ставим его, даем улучшение порядок. И нам также нужен друг, приятель, знакомый, в общем, человек второй. У нас когда-то был на канале дюб с шалкером, мега популярный видос, где мы ставили шалкер, клали в него шмотки, один человек ломал этот шалкер, а другой забирал из него вещи. И в один момент вещи дюпались, хотя они также антидюпались, но там уже как повезет, как вы сообразите, как правильно все сделаете. Сейчас абсолютно аналогичная ситуация. У нас два человека, у нас контейнер, и мы делаем то же самое по сути. Улучшение в порядок, напоминаю, сохраняет вещи в сундуке, когда мы его ломаем с помощью колокольчика, поэтому оно обязательно. Давайте мы, наверное, дюпнем что-нибудь примордиал. Сингулярную жемчужину, все верно. Я забираю предметы, а ты в это время ломаешь сундук. Точнее, кладу и забираю. Здесь уже как вы сами сообразите, потому что можно забирать в тайминг, можно просто быстро классить забирать. Хотя, наверное, лучше забирать в тайминг, да, как говорит Вирекс, потому что когда мы быстро кладем и забираем, есть шанс того, что мы потеряем предмет полностью. Тут уже как бы на ваше усмотрение. Я кладу. Раз, два, три. Я забрал. Смотрим. Она осталась. Первый раз сработала, офигеть. Давай еще раз попробуем. Я кладу еще раз. Раз, два, три. Сейчас я, наверное, раньше забрал. А нет, так же осталось, офигеть, работает. Кладу. Раз, два, три. Но сейчас я раньше забрал точно. Да, сейчас его здесь нет. Также можно просто вот так кликать, перекладывать на циферку, допустим, 3. Ломай, ломай сундук. Вот, я забираю. Сундук выпал. Но здесь его не осталось. Но при такой механике есть шанс потерять симулярку полностью, как я уже сказал. Поэтому сильно не пытайтесь так злоупотреблять. Можно также попробовать взять, допустим, стак камня, положить его здесь, вот так разложить. Все, давай, ломай. Я забрал два стака. Здесь убавился один стак. Ну, один слот, точнее. Стакаем все, у нас стак плюс 3. Вот, так же, то же самое произошло. Я забрал 2, остался один здесь. Короче, сработало. Да, и все, все симулярки настоящие. Камни также можно ставить. Все работает, все классно. Дюб, думаю, понятен, потому что можно найти такой же дюб с другими контейнерами. Шалкер, сундук — это лишь одиночные примеры. По-любому таких еще много есть, поэтому думайте. Ну, я думаю, все. Здесь, в принципе, нечего затягивать. Механика элементарная, плюс мы уже показывали ее ранее, поэтому можно уже подводить итоги. Под конец мы вам покажем одну интересную механику. Вот я открою сундук, проведу просто курсором по всему тому, что здесь лежит. И у нас есть вот такой голем. Я беру его в руки, ставлю на сундук и смотрим. Что-то строится, что-то делается. Офигеть. И получается, поставив одного голема, мы сделали дом нубика. Факела еще есть остались. Печка криво стоит, нормально. Все, всем спасибо за просмотр. Вот вам старый новый дюб и интересная механика с големами. Если понравилось, можете подписаться, там лайк, ставить коммент. Написать Вирексу спасибо. О, с днем рождения, Вирекс, кстати. Да, написать Вирексу с днем рождения. Также не забывайте о том, что у нас сейчас в наличии имеется приватный дюб, поэтому заходите к нам в Discord, пишите нам в личные сообщения, всем ответим, все расскажем. Ну, на этом все. Всем спасибо. Прощайте, баба. До новых встреч. До свидания.